Путін, позіруй. Собачку звати Путін. Путін, голос. Голос Путін. Молодець. Та дітки ж бігають, граються. Священника, у которого да, на лбу вместо ангела летучая мышь. Вот он тоже в ватничке, в такой телогреечке, держит икону Путина под рукой. Вот. Вместо голубя у него на плече ворона черная. Вот. И вместо посоха он держит такой вот дрын с ленточками колорадскими, как шаман. Ну и лицо у него закрыто, естественно, имперским флагом. Вот, глаза на микрофон. Вот, его я, в принципе, нарисовал в КГБшной фуфаечке. Вот, на погонах звезд нет, потому как, я не знаю, я не могу его считать офицером. Вот, обычно офицеры так себя не ведут. Вот, под мышкой он держит вот медвежонка такого веселого, который держит айфончик. Вот это у нас проба с его обозначила. Это прообраз того, что у Михаила Сергеевича тоже были пятна на голове. При нем развалился Советский Союз. В принципе, я не кровожадный человек, но хотелось бы, чтобы этот человек себя тоже...